Алло. Сет, это Дак Хэррис. У меня вопрос. Хочешь быть моим шафером? Я сразу о тебе подумал. Я думал, ты умер. Эдуардо, кома эста? Дагу нужен шафер, срочно! Не знаю, что делать. Я уже сказал ей, что шафер есть. Лучше всегда говорить правду. А что, если это не вариант? Есть еще один выход. Добро пожаловать в корпорацию «Шафер». Джимми – ваш лучший друг, какого только можно купить. Итак, Эдмундо направил тебя к Ораклу. Чем именно вы занимаетесь? Предоставляю услуги шафера всем нуждающимся. Я не один такой? Один? Нет. Благодаря таким, как ты, мой бизнес процветает. Как думаешь, сколько свадеб сыграли в США в прошлом году? Почти 2,5 миллиона. Это 2,5 миллиона женихов. Думаешь, у них у всех был шафер? Я и не знал, что такие, как вы, есть. Сколько дружек надо? 7. Семеро? Тебе нужно 7 дружек? Да. Это называется золотой фраг. Слишком сложная афера. Нет. Но название есть. Название есть у лошади с рогом на башке. Единорог. Это не значит, что я смогу его достать. Ты мне нужен. У нас строго деловые отношения. Ты не покупаешь лучшего друга, а нанимаешь шафера. Спасибо. Йоу, ты что творишь? Ты что творишь? Извини, я так обрадовался. Офигеть. Ох уж эти белые. Смотрите в январе. Эй, смотрите, кого я привел. Знакомься, это твои дружки. Не будут они моими дружками, они похожи на олигофренов-переростков, к тому же педофилов. Кевин Харт, Джош Гад, Кейли Куоко Суитинг. Я не пристегнут! Но когда покупаешь друга, порой приходится дорого платить. Да что с тобой? Я должен кое в чем признаться. Простите. Боже мой! Свадебный мастер! О, бабуля, что за она? Бабуля полностью оправилась. Красавица, правда? О, да. Смотрите в январе.